Ребятушки, всем привет! Очередная FIFA Mobile. В чё будем играть? Не знаю, честно, но знаю, что это будет весело. Против кого, интересно, будем играть? Напишите в комментариях, как вы думаете, против кого мы будем играть. Вот сейчас. Так, загрузка. Ну вот, ребят, Депортиво Алавес, Реал, то есть Депортиво Ла Корона, Депортиво Ла Корона. И, ребят, если вы не видели мой прошлый матч против Вилареала, в котором у меня была ничья, обязательно посмотрите. И если вы не видели мой матч против Севильи, обязательно посмотрите, обязательно, ребят, это просто... Матч, который я никогда в моей жизни не забуду. Ну, давайте вернемся в настоящее и играем против Депортиво. Депортиво в реальности сильная команда. Они обыграли Барсу в сезоне 2016-17 со счетом 2-1. Сейчас мы играем на Камп Ноу, поэтому, я думаю, разгромим Депортиво Ла Корону. Неймар, первые минуты, и уже атака. Неймар, Суарес, вот это да. Солак, Антоне, Суарес, Месси. Месси, левая нога, Месси. Первый угловой. Перехватывает мяч Депортиво. Так, Депортиво с мячом. Пеп. И вот здесь Бускуэтс, давай, Бускуэтс. Бускуэтс. Скуэтс мяч под левую ногу, сам решил пробить! Серхио! Вот это да! О нет, Суарес, вот это не надо было делать здесь. Желтая нашему Луису. И откинуть! И еще желтая! Прыжок! Ой-ой-ой, боже ты мой! Что я сотворил? Какую-то не должен пас от Терштегена! Но какую-то что-то мяч назад пас делает. И Солак, там Солак. Так, что-то мы пока расслабленно играем на Камп Ноу, ребята. И... Молодец, Тер! Суарес. Месси. Месси теряет мяч, но вот здесь борьба Раки за мячом. Андоне. Боргес. Удар! 1-0. Соответственно, стадион свистит. Что-то мы очень расслабленные. Играем на Камп Ноу. Месси, левая нога. Раки. Иньеста. Иньеста не смог пройти, но... Даже вот сейчас подкатом делает передачу. И Лео Месси. Месси! Спульнул так пульнул. Вот это не было ли нарушение там? Но, по всей видимости, нет, потому что арбитр ничего не засчитал. Солак.
перерыв, ребят. Нам нужно 2 гола забить, чтобы сейчас выиграть. Задача превращается в тяжеленькую. Месси. Месси обводит Боргеса. Месси, атака Барсы. Атака по центру. Арибас. Пас на Сулака. Боргес. Андоне. Суарес. Суарес пас на Инесту. Андрес. Андрес, давай. А будет первого, а будет второго. Андрес. Но не точный пас дает. Совсем не точный пас на Месси. И вот тут нужно бороться. Вот тут нужно бороться. Нужно хотя бы сделать ничью на Камп Ноу, ребят. И Андоне, опасно. Какуто второй шанс. Какуто. 2-0 на Камп Ноу. Что такое? Я своим глазам не верю. Офсайда там не было. Левой ногой Какуто. 3 гола нам нужно забить. И опять теряют мяч. Да что ж такое? И еще одна! Еще одна! 3-0 на Камп Ноу. Я не верю своим глазам. Я просто не верю. Что я творю? Что ребята творят? И Месси, видимо, зол. Месси хочет гола. Месси. Месси. Месси, по всей видимости, решает сам пробить. Удар! Левая нога Месси. 3-0 на Камп Ноу, ребят. И Суарес. Суарес, выход 1-1. Суарес! 3-1. 3-1, ребят. Молодцы, ребятки. Яндоне, давайте еще 2 гола им. Молодец, Суарес, перехватил мяч. Настроение появилось у ребят. Теперь будут играть, может быть. Ну, а вот сейчас атака опять. Очередная атака. И нет! Вот нужно стенку ставить, а стенку мы пододвинем вот сюда. Прыжок! Удар! И Месси. Месси теперь нужно просто обыгрывать. Месси нужно просто обыгрывать. Неймар. Вот давай, Неймар, обводки включай, обводки. Скиллс. Неймар. Выход 1-1. Юниор. 3-2. Неймар. И вот. Не празднует, а бежит с мячом в центру поля. И Камп Ноу, соответственно, ревет. Ревет Камп Ноу. Смогут ли забить третий? Смогут ли ребята забить третий? И вот сейчас опять опасно! Нет! Убедите! Фух! Пронесло. Ну что ж, ребят, 3-2 на Камп Ноу, соответственно, ребята не рады, но в следующий раз мы им зададим. А матч-то был очень прекрасный, спасибо всем, кто смотрел, матч был приятный и с многими моментами. Вот сейчас вы видите итоги матча. И, ребят, спасибо вам всем, спасибо за вашу поддержку, всем удачи, всем пока, в следующий раз доканим их.